привет, с вами Лиза Тривскет. Сегодня мы едем в Warwickshire. Это такое графство, которое находится примерно в 1,5-2 часах езды от Лондона. Едем встретиться с другом Хосе и погулять. В этот раз у нас Хосе нашел такую пешеходную прогулку примерно на 3 часа, которая включает в себя просто прогулку по красивым местам, по сельской местности и даже достаточно красивый замок по дороге. Не Warwick Castle знаменитый, а другой замок, о котором вам я расскажу немножечко попозже. И я хотела вас взять с собой и просто показать красивые места, чтобы немножечко отвлечься. Как я обещала, я буду дальше вести YouTube-канал, так что не теряйте меня, я не буду пропадать. Встретимся с вами через 1:20. Итак, чуть меньше, чем 2 часа езды из Лондона, и вы в провинции Warwickshire. И мы сейчас приехали к городку под названием Kenilworth, откуда у нас должен начаться маршрут, небольшой такой walking route, то есть небольшая прогулка, примерно на 10 километров, которая начинается рядом с достопримечательностью городка Kenilworth. Это Kenilworth Castle, который я вам покажу чуть позже. Пока мы ждали друга Хосе, мы решили заглянуть в местную чайную комнату. Здесь продают традиционную английскую еду на завтрак, вроде full English breakfast, beans on toast, и scones, и breakfast pubs. Все было очень вкусно. Мы с завтраком управились примерно за 30 минут и пошли на прогулку. Прогулка начинается прямо у замка Kenilworth. Это очень важный замок для английской истории. Он основан примерно во времена Вильгельма Завоевателя. А о городке, точнее поселении Kenilworth, уже говорилось даже, по-моему, до прихода Вильгельма Завоевателя. Замок состоит из двух частей, более разрушенной части и более современной части. Чтобы сюда зайти, нужно примерно заплатить 16 фунтов на человека, но он находится под эгидой English Heritage. Поэтому, если у вас есть членство в нем, то вам вход сюда бесплатный. Кстати, хотела немножечко рассказать о членствах. В Англии есть два таких основных членства для любителей всяких исторических зданий, estates, всяких дворцов и замков. Есть English Heritage, в которую входит примерно 400 или 450 достопримечательностей, стоит около 110 фунтов в год на двоих. А есть National Trust, то есть вторая организация, можно сказать, конкурирующая с English Heritage, под эгидой National Trust, находится примерно 500 достопримечательностей. Цена не сильно отличается, она очень-очень похожая. А главное отличие этих членств National Trust и English Heritage заключается в том, что English Heritage, как можно понять из названия, действует только на территории Англии, а National Trust действует также в Уэльсе и в Северной Ирландии. Но, к сожалению, не действует в Шотландии. Для Шотландии есть отдельная организация, которая называется National Trust for Scotland, так что если вы живете в Шотландии, вам, наверное, лучше купить членство для Шотландии. Однако, если вы часто путешествуете по Великобритании и часто ездите за пределы Англии, возможно, стоит присмотреться именно к National Trust. Что касается нас, то мы пока что не владели ни одним из этих членств, потому что почему-то всегда нам казалось, что оно стоит дороже, чем 110 фунтов, но сейчас задумаемся о покупке одного из них и выбираем. Больше, наверное, склоняемся все-таки к National Trust, но по советам в комментариях люди часто пишут, что стоит комбинировать, например, один год купить одно, другой год другое, таким образом вы можете посмотреть наибольшее количество интересующих вас достопримечательностей.
встреча с альпаками действительно была таким знаменательным событием. Так что, как мне кажется, это просто такой хайлайт этой поездки, не знаю, этой прогулки. И, как всегда, маршрут, собственно, прогулки я оставлю в описании этого видео. Но я сняла название фермы, так что если вы хотите сюда приехать только на ферму, вы можете это сделать. Хоть погода и не самая хорошая, все равно иногда хорошо проветрится. So deep, right? Yeah. I'll step here. Yeah, now you can step. Oh, you can step. Someone can step on it. Wait. I think now you no, can. No, no, no. Step on it. Спустя 15 минут на машине мы наконец доехали до нашего финального пункта назначения на сегодня. Это городок Уоррик. Уоррик — очень маленький город, население его составляет всего лишь, по-моему, 25 или 30 тысяч человек. В общем, он совсем малюсенький, его можно обойти спокойно за час-полтора. И знаменит он в основном благодаря своему красивому замку. Но замок уже сегодня был закрыт, мы туда не попали. Но в целом этот замок, кстати, не входит ни в одно членство, о которых я рассказала раньше, National Trust или English Heritage, он находится в частных руках, поэтому билет туда нужно покупать отдельно. Чисто географически Уоррик находится очень близко к городу Ковентри, который не блещет красотой, можно сказать, и к Бирмингему. Про Бирмингем у меня есть отдельное видео, если вам интересно посмотреть на этот город, обязательно поищите в плейлисте «Путешествия по Англии». Уоррик расположен на реке Эйвен, поэтому здесь открывается очень красивый вид с реки на замок, на который мы посмотрим чуточку попозже. А еще в городе сохранилось достаточно немалое количество очень-очень красивых старинных средневековых домов. Кстати, в Уоррике люди живут с VI века, не переставая, но, к сожалению, домов VI века здесь не осталось. Thank you.
На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вам оно понравилось, ставьте пальчики вверх. И до новых встреч. Пока-пока. Thank you.